Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу без вложений Litecoin ADS, где мы просматриваем сайт, и нам за это начисляют, платят инстантом от 1000 литош на микрокошелек Faucet Hub. Ну, краткое видео я уже по проекту делала. Кому интересно, можете посмотреть у меня на канале. Сегодня же у меня на балансе на данный момент 89436 литошиков. Я их хочу поставить на вывод. Значит, нажимаю Виндраф. Вот Майн, вот Faucet Hub. У меня забит кошелек. Это я все показывала в прошлом видео. И я копирую сумму, аккуратненько копировать, вставляю сюда сумму. Так, все правильно. Тут они по ходу комиссию берут 1,5%. Так, нажимаю Виндраф. Так, подтверждаю. Все, мои литкоины сатошики ушли на микрокошелек Faucet Hub. Переходим на кошелек. Перезагружаю страничку. И JustNow 88.095 литош прибыло на микрокошелек Litecoin ADS. Все замечательно, платит инстантом. Так, мой баланс, нажимаю суммари, обнулился. Так, давай грузить быстрее, все по нулям. И есть здесь чат, спросила я у админа все-таки, можно ли смотреть видео, потому что здесь я работаю только на ПТС. Просматриваю серфинг и все, больше я никуда не лезу. Видео нам в России, во всяком разе, недоступно. Я задала вопрос, можно ли просматривать при помощи VPN, Бравсек, видео. На что администратор ответил, нет, нельзя, потому что система может заблокировать кабинет. Ну, не пропустит, как бы он заблокирует, не будет нам вход в кабинет. Ну, нет, на суда и нет, значит. Ну, вот, как бы, вот так. И еще тут, что, тоже задание, что-то, кто-то тоже из России писал в чате, тоже недоступно, никак у него, тоже человек вот пишет. И не только видео, еще и опросы, вот, тоже недоступно. У меня мой рефер из из Беларуси. В Беларуси видео доступно. Наверное, я думаю, может и с Украины тоже можно просматривать. Это у нас тут все банят, все блокируют. Ну что ж, вот я вчера, ну вот было как бы вот вчера 20, так все время по 17 рекламок. Тоже неплохо, как бы. Вот, ну на этом все. Кому интересно, пользуйтесь. От 1000 сатошиков, минимум 1000 литошиков на Faucet Hub. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить. До новых встреч.